Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня играть будем в Call of Duty Black Ops Zombie. Чё, ну видосов 3 дня минимум не было. Ну я не так буду часто прям выкладывать, часто видос. Но буду я выкладывать, буду снимать периодически. Ну, играем в Black Ops. Сегодня на карте кино. Берем любого персонажа, хоть какого-то. И... начинаем играть. Call of Duty Black Ops Zombie. Я звук вообще подуменьшил в игре полностью. Выстрелы не слышно, да? Сейчас поправим. То что? Слишком громко будет. Да, вот. Это громко. Громко. Так более-менее может. Что быть? Ну, чисто я пострелять сюда зашел. Так, ножик. На ножик берем. На нож. Всех на нож. На нож. И тебя на нож. Кто еще на нож? А, волна закончилась. Я только понял, что волна закончилась. Волна или война? Для меня война не окончена. Ема, буду стрелять так. Вроде дробовик, вроде нет. Бам. Бам. И как говно разлетаются. Почти. Никто руки, то голова, то еще что-нибудь. А интересно, как зомби срут? Вот мне вот интересно. А они еще срут? Они ходят вообще? О, нет, на толчок, блин. Срут там, пищу там, всякую такую хрень делают. Может быть? Такое вообще. Это вообще интересно. Что они еще могут? Это вообще. Они умеют срать как? Срать, ссать, к примеру. А вот интересно. Гайду дверь открыть надо. Надо дверьку открыть и пойти дальше. Так. Перезарядочку. И убивать зомби. Крошить, но. Вам не попал. Ой, опять не попал. Как будто как говно. В говно стреляю. Так, что у меня за спиной есть? Кого? Мне показывает кто-то за спиной. А. Понимаю. Крысу решили, да? На-на. На нахуй. Бля, дабл поинт сданный. Ну, двойные очки не помешает. Так, буду я лучше вам скорострельное оружие куплю. Ну, это говно настенное оружие, ну. Более-менее. Надо включить электричество, чтобы ящик появился. Как-то без ящика это плохо. Так, волна закончилась. Грамм, по-моему, на средней сложности. Да тут хоть на ветеране играю, но все равно как бы легкотня. Я на ветеране играл. До волны 20 где-то выживал. Просто одно попадание в голову не сдыхает. Ну на волне 20 в голову попадаешь, он все равно идет зомби. А он бежит. Он прям бежит. Тут еще. В телефонной игра Black Ops Zombie. Так это первый Black Ops. Но не второй. Это точно. Граната. Фигово летает. Так, что еще кто-нибудь есть? О, бежит тушка. Тушканчик, ёпт. Зигристалки.
Бам-бам. Бум. А он взорвался. Могу башку отстрелить. Не пробовал, но могу. А он куда исчез, нахуй? Ты, бля, кто? Да, нахуй. Схавай. Схавал, бля. Бля. Парню 4 года. Видите, на коленках ползает. А я уже патроны по нолям. Еще вот бегаю. Я хочу включить электричество, чтобы ящик появился. Так, включаем электричество. Где он? Он тут где-то появился. Вон он, ящик. Да у меня ни хрена ни патрон нет. Где они идут? Оттуда? Ну-ка, может гляну накинуть туда? Да она вообще как-то летает. А, да это криво. Надо попробовать пострелять. Все обойму просто. Где ты, блядь? Нежить. Где еще? А он еще идет. Последний, наверное. Если не последний. А где еще? Так. Некоторые ужаться, некоторым пойнты дает. А мне хрен, я смотрю. Так, бля, давайте пахнем. Чё за? Ты откуда такая туша вылезла? О, крэс. Денежки накопил. На ящичек. Пойдем ящичек откроем. Ящик. Ящик у говна. На палочке. Открыть несложно. Открыл, получил. Не то, что хотел. К примеру, лучше мед, там вообще что-нибудь такое. Значит, никого не вижу. Где он? Шел там, и нету. Пропал мужик. И куда он делся? Тут же шел. Вон он. Да-да. Уля-ля, я даже знаю, где улучшайзер. Улучшайзер вон там. Там телепортом тэпаешься. Который вот здесь. Я могу сейчас этот телепорт включить, по идее. Внимание, там сейчас лезут. Их. А их сейчас много. В следующей волне собачки будут. Вообще классно. Вообще песня. Все, включил, можно бежать. На телепорт. Я хочу в телепорт запрыгнуть. Тэпнуть к лучайзеру. У меня это автоим. На лодочку чисто такая. Все, в крутилочку. Сейчас кайф был. Зря использовал. Ладно, прыгай. Ну и все, я лучайзер, который 5000 стоит. На лучше они вот собачки появились, а я тут. Они ебаны. Лохи! Вы лохи, вы ничего не сделаете. Вы не сделаете ничего. Лови гранату. Я не знаю, где он все равно. 5000. 5000, чтобы улучшить оружие. О. На собачке. Ну чуть две сразу. Собачка наверху. Иди сюда. Хочешь косточку? Косточку просто предложил. Чё кусаться сразу? Я тебе не еда. Иди отсюда. Фончик заиграл, чисто фончик. Фонг был. Чисто фонг чистый. Так. Я хочу поменять оружие. Так, это нет. Это вообще параша беспонтовая. Давайте я открою. Я открою случайно ящик. Не знаю, что это такое. Давай, давай, давай. Опа. Ну, говно. Бам. И чё? Бам. И все, он ноги просто отрывает.
Стоун ноги оторвало тупо. Тупое оружие. Лучше постреляю. Ты башку отстрелил. Тебе руки, ноги. Расчленёнка присутствует. Ютуб это кетчуп обычный. Кетчуп, чисто кетчуп. Кетчуп. Макароны добавлять можно. В макароны. Это не кровь, это кетчуп. В виде крови. Шутка. Обычный кетчуп. Обычно с макарошками ем. С пюрешками. На завтрак. На ужин. Гранатку. Я под себя. Я, братцы. Люблю вас. Люблю всех. Обнимаю крепко. Вам. Выйдем на улицу, погуляем. Подышим свежим. А, еще не улица. Сколько дверь на улицу стоит? Тут же выход отсюда. Косарь, по-моему. Или бесплатный выход. Ну, почти бесплатный. Чтобы пройти дальше, надо 2500 заплатить. Какой 2250 долларов. А я рублями плачу. Эй. Бам-бам-бам. Бошки отстреливаю всем хейтерам, которые бесят. Которые предлагают, типа, подпишись на меня, типа, помоги. Да лучше подписывайтесь все на меня и лайки мне ставьте. Мне это будет мотивация снимать вам видосы. А то и я люблю снимать видосы, но то бывает не снимаю, бывает, ну, снимаю, как сейчас. И то с микрофона. Некоторые видосы без микрофона. А. Ай-яй-яй-яй-яй, еще нет этого. Джаггерфанты. Надо будет сейчас спидкову купить у Джаггерфанта. Джаггерфанта сколько стоит? Вот он Джаггерфанта стоит. Да 500. Сейчас куплю. Так. Умирайте, пацаны. Так, сейчас Джаггерфанта выпью. Дайте Джаггер... Не успел я Джаггерфанта выпить. Не, а на этом, может, видос уже заканчивать буду. Как бы смысл, сейчас я буду снимать дальше. Ну, все, проиграл. Не успел же, я Джаггерфанта выпить. Ну, ладно. Дорогие подписчики, которые у меня всего их два. Которые меня не лайкают, не смотрят, наверное. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. И ждите новых роликов.